Накануне Международного дня инвалидов медсестра медико-санитарной части общества Резида Хужина организовала необычную деловую встречу. Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья из Нового Уренгоя выступили в администрации Карачаева и рассказали о реальности трудоустройства, вопреки имеющимся диагнозам. Это стало возможно благодаря инклюзивным мастерским, которыми руководит Резида, и поддержке Новоуренгойской администрации и Центра занятости населения. Цель этой поездки – помочь карачаевским ребятам с ОВЗ найти оплачиваемую работу. С транспортом помогла компания «Газпром-добыча Ямбург». Квотируемые рабочие места готовы предоставить предприятие ТЭКа. Личный пример оказался полезным и мотивирующим. И они поделились с другими ребятами, как это быть нужным, какое это счастье просыпаться по утрам и идти на работу. И получать за эту работу заработную плату. На сегодняшний день в наших инклюзивных мастерских трудоустроены 40 человек. И это не только в городе Новый Уренгой, также в поселке Пангадын у нас есть небольшой филиал, в республике Крым. И скоро такое место появится в Карачаево. Ментальные нарушения не являются преградой для ремесленного труда, поэтому новые сотрудники могут курировать гончарную, швейную, столярную, кулинарную мастерские. Среди новоуренгойских ребят уже есть те, кто самостоятельно ведет занятия, и это вдохновляет остальных. Юлия Надрага, Новый Уренгой.